Шановні брати і сестри, дорогі друзі, браті і сестри, я рада вас привітати. Сьогодні я, В'ячеслава, наверно, много вже знаю, хто я. Вчиця живопіння, художник живопіння, мастер живопіння. І сьогодні я хочу вам презентувати ще моє таке творення, наше общее творення родовое. Это ми три сестри, Влада, Леля і я, В'ячеслава. Ми сьогодні вас приглашаем с нами Мы сегодня привезли на фестиваль ведическое духовное пение. То есть мы с вами сейчас будем живое явление творить. Мы призовем с вами живу. И таким образом мы с вами в этом духовном священном пении, которое христиан, мы знаем, поют хоралы, да, в церкви. Это от нашей традиции пошло. Но во время, когда пришло христианство, некоторое такое духовное пение, некоторые секреты этого пения, они ушли в тайну, они ушли внутрь рода. И сегодня мы его можем уже сказать вовне. И с вами кроме земли. Что это означает? Это означает, что мы будем петь потоком живы, и вы будете в потоке живы. И это будет означать, что наши звуки будут лететь и резонировать с вашими душами, и мы все вместе сотворим мир. А что значит сотворим мир? Это значит, что мы с вами в священном живопении будем уподобляться богам. То есть мы будем с вами объединяться с богами в миротворении, в творении мира, образа любови и справедливости. Поэтому я прошу всех сесть ровненько. Ножки. Удобно, можно. Кто имеет посвящение живу, тот призывает живу, как его учит традиция, а кто не имеет, тот зовет изначальный свет, свет творения, который в каждой душе есть. Повторяем за мной. Зову свет изначальный. Матушка, живи впереди. Матушка, живи впереди. Вот мы чувствуем, как тепло, свет и сила пребывают в наши ладошки. Мы выпускаем корни и чувствуем, что наши корни – это корни могучего дуба. Через корни мы чувствуем силу предков. Мы соединяемся с нижним миром и чувствуем себя в вере, чувствуем себя в роде. Мы поднимаемся выше, и открываются верхние наши чары, и мы наши чары вместе с руками открываем чашу вверх. Мы чувствуем, что потоком мы, потоком своего сознания, потоком живы, мы летим в центр Вселенной. И это есть наш звук, который раскрывается в душе, и душой, сознанием летит в центр Вселенной. И мы получаем благодать, благословение. Открываются нам скрижали Духа в божественных мирах, и мы соединяемся со Вселенной в божественном живом пении. Поэтому давайте сотворим сейчас с вами образ, как будто бы мы с вами сейчас в божественном месте. Мы пребываем в храме даже Бога, в ведическом православном храме. Мы видим его, как этот храм находится на священных подольских землях. Мы изумляемся и наслаждаемся его красотой, его духовностью. Мы слышим эти звуки, мы чувствуем эти запахи, эту святость. Настройте свою душу на вечность, на святость. И пусть этим божественным ведическим пением, храмом мы создадим, построим этот храм, так как наши предки звуками строили пирамиды, строили храмы. Своей визуализацией, наполняясь звуками, мы становимся творцами. Вы можете добавлять, как творить свои краски, свои образы создавать в храме, наполнять энергией определенных богов, которые являются вашими опекунами. Соединимся вместе с вами, с богами в миротворении. Поеднаемся с богами в святотворении. Oh,
учасники громади Гамаюн. Ми, можна так сказати, сьогодні втілення матінки Гамаюн, матінки Свяслава. Ми як ніби три пташки, і ми вас запрошуємо до польоту. У нас буде польот ще вище сонця, тому ми з вами будемо летіти ще більше розслаблятися, і звук буде виносити наш дух. Живоспів торкається найтонших вібрацій вашої душі. А вібрації вашої душі – це вібрації вашого духу. А вібрації вашого духу – це та вібрація живи, яка являється першим початковим ізначальним світом, який йде к нам із центру Вселенної. І він настільки світла ця сила, що вона трансформує всю грязь, яка накопилась в наших оболочках, в наших кармах. Вона її трансформує в силу і славу. Поэтому соединимся с вами сейчас единым родом. Мы пропоем славу Матушке на Божьей. Звернемся до неї с любовью сердцями своими, как до рідної матінки, висловлюючи серцем любов безмірну до нашої матінки землі і зцілюючи її, і наповнюючи її нашим сяйвом. І в тому відчуємо, наскільки матінка чекає цього, чекає нашого спільного, чекає наших знань, чекає нашої сердечності. Тому я пропоную зараз поринути у чару виток. Так, ми знаємо, де вона, на рівні копчика. Ми поєднуємося з землею, ми робимо вдих, ми ділаємо вдох. Я перекажу на русський язик іной раз. Ну от я, як би суть, виток і стоп. Ми з'єднуємося з землею, і це наш вдох. Мы вдох делаем и соединяемся с землей. И тогда мы просто духом, голосом, по чарам, раскрываем чары и выходим в космос. Мотинка, лошадь, на мамаша, наша сама, у славы любви и приходит до нас. И
реализации. Создали храм наших душ, храм материальный, к которому мы придем и создадим нашу святость, нашу веру в это. И еще я предлагаю сейчас с вами выйти и в взаимном священном действии по порынуты, скажите, погрузиться в ритуал, в магию ритуального пения. Вот мы с вами на Галяве, да? Зеленая такая красивая капуща, поляна, да, святилище. И мы пришли с вами на праздник, урожай. И нам надо Богу славить. А что такое обрядовая песня, да, обрядовый танец? Что это такое? Это то же самое живоявление. И, с нами, и нам с вами надо сейчас живоявить нашу силу, нашу славу, сделать как бы такой анализ того, что произошло за целый год. И вот мы входим с вами в Авсене, то есть в осеннее мудрое свечение солнца, наивысшей мудрости. И мы с вами как бы подводим итоги, что мы достигли, какой высоты духа мы достигли. И мы на этом не останавливаемся, а просто как бы идем дальше на дыхание, на живодыхание. И это будет воплощение круга живой веры. И поэтому сейчас к вашему вниманию обрядовая шневарская обуженковая песня. Ой, до конца женщики, кто ее знает, кто ее знает или кто ее имел возможность сегодня узнать, может присоединиться. Oh!
что каждый из вас может присоединиться и раскрыть в себе это таинство животворения. Наша прекрасная Духовная Академия развития человека «Родосвет» приглашает всех вас к обучению живопению. Обучение живопения провожу индивидуально и эксклюзивно. Я мастер живопения Вячеслава. Мне часто помогает моя семья, мой отец. Кстати, мой отец Велидар Бой. Сегодня это звучала его музыка. То есть два славня — это полностью его музыка, а обрядовые песни — это те реставрации, которые мы все вместе с волхвами, с рахманами в медитациях восстанавливали и продолжаем восстанавливать для вас, для нас, для нашей силы, для силы нашего рода. И сейчас мы работаем, у нас громада, Гамаюны. В основном, как бы, громада — наш род. И мы как раз занимаемся возрождением этих традиций песенных. Традиций песенных и танцевальной, сакральной пластики и так дальше. Ну, как бы, само выражение души творческое. И сейчас мы выпустили диск, самый первый наш такой диск был, это когда мы втроем пели, на капище нас записывали. Это диск, там, где мы славили матушку Владу, и это рекомендуемые, как бы, песни и славни для того, кому нужна поддержка, богинь наших светлых. Второй диск — это «Рествяне песни», это когда мы славили Божича и соединялись с его силой, силой зимы, когда нужно благословение на новые начала. Это тоже есть такой диск. Еще есть диск, когда Лера нас поет колыбельные песни, она была как раз, когда она была в положении, она как, ну, как проявление богини, она специально записала этот диск, и он очень рекомендован для детей маленьких, для того, кто, ну, мало спит, для спокойных и легких родов и, ну, для послеродового периода. И еще рада вам презентовать сегодня диск «Чараспивы», «Чакральное пение». Я записала этот диск для того, чтобы мы смогли с вами не только на семинарах, но также и самостоятельно заниматься развитием своих сенсорных способностей. Что будет в тот диск? Это пение чар, звучание чар. И каждая чара раскрывает стихи. Если у нас выток, там звучит земля. То есть вы можете заниматься с этими дисками, и вы становитесь целостным, потому что энергии и стихи вы постоянно себя очищаете, чем-то добавляете, ну и развиваете свою природу и силу. Поэтому прошу, там, где подается наша духовная литература, там можно приобрести эти диски. И еще приглашаю вас к обучению, обращайтесь к нашей матушке Ладе, ведущей матери рода, Ладе Бровской, она есть администратор, в частности, мой администратор, промоутер или продюсер, меня как певица и также мастера живопения. Все, ну, какие у вас есть предложения, пожалуйста, ей звоните, не стесняйтесь. Это их слово, она всех рада выслушать. И обращайтесь также по телефону к нашему секретарю Мироладе, для того, чтобы узнать, где проводится обучение живопения. И также вы можете, как бы, записать мой номер телефона и телефоны разных организаторов. Мы проводим семинары в Киеве, во Львове, в Москве, в Одессе, ну и куда пригласят, где соберется достаточное количество светлых людей. Поэтому приглашаем к обучению, к ладованию, к раскрытию ваших голосов и экстрасенсорных способностей. А мы на этом с вами не прощаемся, потому что у нас сегодня после обеда еще одно выступление в таком составе. А завтра в 8 часов утра я вас приглашаю вот в такой массе, и даже пусть будет вас больше, и мы будем с вами петь в унисон, будем петь ритуальные песни. Будем раскрывать свои чары спив свой. Будем завтра петь на холме со стихией. Ну, таким образом. А на этом наше выступление. А встречаться где завтра? Где встречаться? А вы завтра на здраву идете? И после здравы я сразу подхожу, и я вас забираю, и мы будем посвятить. Всех благодарю.